уже слышал, сколько строк сотканы где-то в истории на ту тему, эту тему, тигри тема, тема в том. В чем тема, Джак? А тема в том, что район мой не вправе быть обманутым. Кому-кому, я услышал, ведь кого-то наебали, где-то ты такой лохмат, слился с деревьями. На тихане просто слова, запомни хип-хоп, дыму исключительно на старой основе, под блэкмон через кевела со сплифом. Этому тому грамота. Yo, one for the funk, for my family, one for the beat, for the bong, for the old school, it's мой экспо на тике, как тигрика. Тебе безобидно, лишь не в мате казать, если там тебя в каменных джунглях бывает сложно отыскать пальму в коробке из бетона на окраине спальни. Кому птица хип-хап в духе школы старой, упреки местами район лоснамяя. Кому район лоснамяя, его представляем, мы его представляем. Мои район лоснамяя, его представляем, мы его. Шею, во-первых, Илья Деджак, рэп для скверных кварталов. Кен в руке, алла вандала экспо. Надо мы ценителям подземного стиля, любителям алкофанка и сплифа. Слэм, как неотъемлемая часть куплета. Слэм, как неотъемлемая часть концерта. Хип, затем хап, не просто так, ман, рецепт старой школы. Невероятный фиф. И это больше, чем охуенно. Бонг, бит, бас и джаз, плывущий по венам. Плюс Сайпресс, плюс Пассифекс, плюс Рускэмпы, плюс Драгон Квест. Я представляю район с нами. Что представляешь? Кого представляешь? Я представляю район с нами. Чекеряу, чекеряу.